Праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Эту семейную пару православные почитают за покровительство семьи и брака. А что же является счастливым браком, спросим у ульяновцев. Брак – это когда люди стремятся вместе достигать каких-то целей. Вот. Ну и главное счастье брака – это, наверное, дети. Что нужно для счастливого брака? Честность. Доверие. Доверить друг другу, чтобы детки были. Вот тогда брак будет счастливый. Для счастливого брака, я думаю, нужно взаимопонимание, помогать друг другу с проблемами там разными. Ну и, конечно, ценность человека в твоей второй половинке – любовь. Мне кажется, родственность душ и общность – интерес. Взаимопонимание – первое. И второе – чтобы корона висела где-то в шкафу. Доверие, развитие и чувства искренние. Чтобы люди доверяли друг другу, по-настоящему любили. Для счастливого брака нужно терпение, во-первых, знание хоть малейшей психологии противоположного пола, то, с кем тебе приходится делить жилплощадь и одеяло. Вот. И любовь, без этого никуда.